Друзья, всем привет! Александр Сенин на связи, и я отвечаю на очередной вопрос. Итак, студента зовут Ольга, и она проходит курс iOS программирования в Xcode уровень 1, и у нее не работают уведомления. Это не те уведомления, это не push-уведомления, это уведомления от Notification Center. Их мы используем в нашем приложении, когда обновляем список валют. И традиционно Ольга нам прислала проект. Давайте посмотрим, в чем проблема. В модели в момент загрузки курсов и после того, как мы распарсили XML, мы отправляем уведомление о том, что данные обновлены. Вот у нас это уведомление, notification name, data refreshed. Ну, вот эту штуку вообще можно выносить в общие константы. Но сейчас не в этом суть, потому что часто бывает ошибка в том, что мы просто в имени уведомления допускаем ошибку. А если это у нас константой заведено, то там ошибиться невозможно. Data refreshed. В контроллере, курс контроллер, мы тут же при загрузке этого контроллера подписываемся на это уведомление и пока ничего не делаем, но вообще мы здесь будем обновлять таблицу. Можно это сразу написать. Мы будем обновлять таблицу, причем делать это будем в основном потоке, потому что такое правило, да, что элементы интерфейса у нас обновляются только в основном потоке, то есть вот таким образом, да. Сейчас это сразу здесь дописал. Давайте посмотрим, вообще попадем мы вот сюда или нет. Вот в этот вот notification catch. Будет он у нас в... Так, я запускаю на iPad. Нет, на iPad у нас запускать не надо. Давайте в симуляторе запустим. Итак. Вот у нас симулятор завелся. Ага. И ничего вообще не отображается. Курсы у нас на правой вкладке. Ага, речь идет про курсы. Понятно, почему они у нас не отображаются. Потому что контроллер не загружен еще. То есть у нас вот этот метод отрабатывает только после того, как мы щелкнули по вкладке курсы. И только после этого происходит подписка. Поэтому, если мы сделаем это следующим образом. Сейчас покажу как. То есть нам просто нужно вкладки поменять. Мы берем наши курсы, вытаскиваем их влево. Мы отмобили это уведомление. У меня в примере курсы, это как раз вкладка курса, она слева, да, и поэтому там-то все работает. Друзья, повнимательнее, если есть какие-то еще вопросы, то пишите.